я папарацци, гений во мне кричит. Говорят, что город Нью-Йорк никогда не спит. Это неправда. Тут спят, где попало и с кем попало. Деньги валятся вокруг, а их все не хватает, их мало. Впрочем, я не жалуюсь. Продажные люди, мой хлеб. Политиканы, развратники, бизнесмены всех бед. В моей работе главное замечать в людях худшие. И фотоаппарат, и прослушка — мое огнестрельное оружие. В этом я спец, я как мастер-бластер. А результаты вездесущей деятельности — блокбастер. Клиенты платят мне за 100% компромат. И работает мой бизнес как безотказный автомат. Записываю, снимаю. Это опасно и вредно для меня. Прекрасно, понимаю. Ты удивлен, не так ли? Но почему тебя работа удивляет? В этой жизни, в бизнесе каждый по-своему влияет. Всем и повсюду с моей подачи открывается. Все собаки и шишки на меня милым дождем скалятся, палятся. В таких случаях мне светит лишь только два варианта. Это спасает от некролога. Правило, как константа. Быстро сопротивляться, действовать уверенно, заказывать панихиду преждевременно, все своевременно. Второй — плевать, игнорировать ярость своей жертвы. Пусть орет,
скопом великим. Я помогаю людям отмыться от дерьма. Я высвечиваю темные стороны жизни и оглашаю их.